Свежий воздух. Да. Вася, кому лицо ломать? Блин. Что-то не хочу уходить, мне тут нравится. Пошли! Нет, уже не нравится. Ой. А чё тут такой сразу крутой парень сходу? Ну, обычный чувак, он, они такие были. О, мать, побежал в самую толпу. Макса заблевали. Ширнусь по бырочку. Допинг. Ой, сзади пришли. Вот раз всё. Что ж ты не сказал, что ты хилку кинул? А тебе надо хилнуться? Да не просто, надо же предупреждать о таких делах. Она просто не только хилка, она еще дамажит. Вася, сметай из своего пути. Чё? А нет. Макс спустился, потому что этот, я заблёванный. Вася, я тут пацанами швыряюсь. Подходите так. Ко мне. Так, куда? Туда. А, я тоже. Так, верни мне 50 бачей. Ну ладно. Аккуратно. Старайтесь от этих манюнек отстреливать, потому что мне неудобно к ним на землю. Стараюсь. Окей. Ой, я бабки выкинул случайно. Да, вижу. Вижу. Да, вижу. Так, Макс прям под тебя хилку бросил. Давай. Так что не двигайся с нее. Пустите их ближе. Давай. Чё, чё? А. Положил. Не инвизир. Раскидали. Запинали. О, я апнул один левел, да. Только что. Так, побежали. Ой, сейчас не так, вот так вот. А нет, давайте внутрь, да. Ну-ка, впусти их. Оу, стреляется. А чё не сработала хилка? Хилка не работает, Макс, они деактивировали её. Ничего. Сзади. Так, кому хил надо, Макс, на тебе, на тебе. Войдите сюда. На, и тебе на. Тебе на. Да, эти истерички гранаты деактивируют. Они в натуре деактивируют гранаты. Спасибо. Ну, Вася, легчайшая.
Ты по той же строте или не? Ну, примерно, да. Но на этот раз учтите, что они сзаду будут идти. Они и так дошли. Ни хера себе, они быстро ломают в этот раз. Зачем ты чинишь? Чтоб побольше собралось. Зашел? Угу. Ну чё, готов? Да. И активировались обе гранаты. Сзаду. Так, сейчас хильну, Кирюх. Блин, ты двинулся. А, не хильну вроде. Ой, с бензопилой. Макс, на хилку. Вася Макруха. Кажись, запинал. Падали бы. Нет. Они не особо хотят падать. Я же к нам воле пришла. Я ничего не вижу. Есть хил, хил. Хил есть. Вылазите. Играете-то. Курва. Во что играете? Healing floor. Блин, им приходится в голову стрелять, а потом еще и в ногу. Сейчас, Мань, у нас тут месиво кончится, мы... Ой. Мы тут месиво кончится, и мы это будем слышать, а? Теперь слышим. Только тихо. Убийство Пола, что? А? Убийство Пола, что? Убийство Пола, нет. Могли бы уже и помочь добить тут одного. Где он был? Скорее, убийственный Пол. Survival horror? Нееее, фигня. Чё нам хана? Я могу стреляться пилами. Я знаю. И могу рубиться. Так, идёмте в натуре куда-то. О, сюда. Заходите. Так. Да, вот. О, все, Майк, готов? Типа того. Готовься. Главное, чтобы мне бензина хватило. Что это было? Думал. Там сзаду. Он микрофон скрипит. Ну, не скрипит, а... Устася. А, да, это у меня. Так, у меня брони, если чё, нету, так что мне надо будет интенсивно хилять. Ну, посмотрим. Ну, сейчас так хрень, что у меня в руках штуку 600 стоит. Я не буду твой ник произносить, но ты кто? Ой, Макс, ты пиздец. Неря. Я тоже Тася, не знаю. Тася-то я понимаю, кто, а вот... Я не слышу. Лол, как-то легко. Хилка под нами, Макс. Как думаете, Мирон Сейдж каталист выйдет в стену? Что думаешь, Дэн? Думаешь ждать ее? Да. Не покупать в Origin. Хотя... В Origin... В последнее время не особо любят. Так, что вы там обсуждаете? Я сбавил звук, наконец-то.
Первый, ну вторая, которая больше. Я просто интересуюсь, выйдет ли она на... Ну, будет ли она в стиле? А НФС-ки у нас кто выпускает? У кого тоже в Origin? А, тогда возможно нет. Не, ну просто... Ну просто первая, как бы, она присутствует. Имя, она есть. Ну, ей понятное дело, ей... лет уже. Много. Просто они последние НФС-ки не добавляли в Steam. Вот. Только в Origin, хрен знает, может эти тоже только там будут. И последний. Если бы я знал, так, Макс, не двигайся, стой. Снова я вижу. О, его зовут Макс. Ибидвич. А-а-а. Да, его зовут Макс. О, тут, заходите. Ой. Спасибо. Ты очень ловко у меня перед носом двери закрываешь. Тут вторая дверь, если чё. Закрывай. Пока... Нет, ее пока пускай с целой будет. Хотя с какой стороны они придут, тут интересно. Вон с этой уже идут. А я пока буду ее чинить, а тут... О, слоумо, краска по чинке. Мне кажется, слоумо это что-то у командоса. Может быть. Можно из Windows как-то отключить? В Windows как-то отключить когда всплывает окно вот это вот. Типа это залипание клавиш? Администратора типа. Да. Ой, тут здоровяк. Какое окно администратора? Ну когда вот, например, открываешь программу через администратор, идет типа вот это вот блу-блу-блум, и короче, типа тебе надо постоянно нажать да. Ну, это можно как-то отключить? Ой, как-то да, вот как. Там где-то снизу, вот в этом же окошке, который всплывает, там снизу маленькая строчечка, там нажать надо на нее. Хорошо, когда мы в следующий раз вылезет, я посмотрю. Макс, иди сюда, тут? Нет, я не тут. Ты где? Я тебя похилю. Готовься драться, Макс. Как я одного бы здоровяка вырубил. Блин, еще одна гадость. Иди в жопу, кусаешься тут. Вернись к нам. Вернись к нам. Так, я сейчас помру, кажется. Нет, все нормально. Меня зажали. Я хилю. Ой, дырбяк. Чуть-чуть подхилил тебя, Макс. Да, я вижу. Так, кидай хил гранату под нас, аккуратно. Я понял, как с этой хрени здоровяков убивать. Слушайте, не убивайте последнего, дайте я проверю эту. Или у меня дротики атакуют врагов. Где он, откуда? О, не убивайте, я так проверю. Сейчас, пусть он за кем-то бежит по прямой, а то это дротик. Попасть с него нереально, он медленно летит. О. А? А пусть кусается. О, попал. Нет, не убивает. Побежали. Так, последняя волна. Спускаемся втором вниз, да? Будем снизу. Вернись сюда к нам вниз. Вперед, вниз беги. Бегу, бегу. Тут это, все, полная жопа. Залазь. Большой брат. Да. Открывайте нахрен дверь. Ой, там два больших брата. Открывайте двери.
3. Я поднялся. Да что за... Не отбежал оттуда. Есть. Макс, отходи. Перезарядка. Хил нужен, нужен. Не вижу. Ох, жопа ж не. Поднимайте кто-то мою пилу и пробуйте убивать. Не могу поднять. Убили. Да, но сейчас босс. Да, только еще 70 ребят надо убить. И босс. Кто вышел? Не знаю. А, ну что ли? Закидывайте гранатами, не забывайте. А мне хилки, они не дамажили. Вот так. Так, я уже внизу там. Стрелю. Я по чуть-чуть спускаюсь. Я схиляюсь. Oh, так. Карабасик и бензопила. Нет, РПГшник. РПГшник это босс, а у меня бензопила. Шерманная эта хуйня. Иди в жопу. Больно. Еще я тебя потерял, так, если что. Я тебя тоже. Я... Ты жив еще? Да. Окей, сейчас я бахну часть врагов небольшую. Я отхиливаюсь потихоньку. Так, ты где-то на улице? Да. Хилься, хилься. Бегай и ищи еще патроны. Ну, ты одну коробку нашел. Я разлагал, ну, я разлагал. Вот тебя вижу. Хорош. Последний остался. Ты выжил. Всё, сейчас босс. Блин, мне надо найти мою пилу. Курво! Босс. Патриарх. Его зовут Патриархом. Он набожный человек. А вот он тпшится. Ух ты, ёпать. Ты что, гранату в него кидаем? Да, кидай, кидай. Он невидимка, он невидимка, он невидимка. А он за мной. Да. Он пацанов призвал. Ага. Много. Блядь, теперь за. Them.
Так он где-то рядом. Очень. Вообще не что над нами. Вон он. Тебя копнул, Макс. Я видел. Тебя тоже. Он за мной охотится. Я сейчас умру. Я использовал гранату хилку под собой, потому что у меня хп и полтос. Только и вижу, как от Макса трупы отлетают. Ну что, это бешеная хрень. Он рядом. Вот он. Оу! Почти нету хп. Вот это было неожиданно. Больно, что я умер. Я умер. Я буду вокруг столба бегать. Я труп. Да. Остался один Кирилл. Это печаль и боль. Короче, чтобы его убить, нужны РПГшки. Ай, завис. Он тебя убил. Ну, мы его довольно сильно покоцали, кажется. Да, видишь, он кровоточит весь и искрится. Ну, то есть подвисание, блин, напрягает. Видишь, все хорошо, потом хоп и картинка стоит.